Нам надо купить вкусный торт, а еще конфеток. Я так хочу конфеток. И я тоже, мам, хочу, поэтому я пошел с тобой. Кевин, но ведь котам нельзя конфеты. Ну, я только полизать. Ладно, ладно, Кевин, пойдем вместе. Я так счастлива, Кевин, что в мой день рождения, 1 декабря, у нас такая заснеженная улица. Для меня это самый крутой подарок. Давай-ка убирайся побольше под куртку, а то мало ли замерзнешь. Вот так. Давай адвент-календарь посмотрим. А разве это адвент-календари? Нет, Кевин, это просто сладости. Игра, мультик внутри. О, вот, смотри, адвент-календарь. Огромный. Давай возьмем, я тоже хочу. О, тут уже открыли одно окошко. Во, с оленем. Это по-новогоднему. Ой, мам, я боюсь пылесоса. Это не пылесос, Кевин, это такая машинка, видишь, которая ездит и моет пол. Я даже затрясся, мам. Да, зайчик, я почувствовала, не переживай, я с тобой. Смотри, ММДМС, но это тоже не адвент-календарь. Не совсем то, что мы хотели. Ого, вот эта печенюха. Смотри, какая огромная. Да уж. Мама, мама, смотри, какой тигренок в шаре. Ой, какая милость. И правда. А вот Дед Мороз с оленем. Дед Мороз с оленем, это даже больше по-новогоднему. Смотри, как круто. О, вау. Мама, смотри, какие шарики там. Хочу такой взять. Кевин, нет, мы не можем здесь лазить по витринам. Это некрасиво. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что у нас есть еще. А здесь есть золотовары. А зачем нам золотовары? У нас же торт будет. Точно, пойдем посмотрим торт. Пойдем. Так. Опа-на, а вот собственные тортики. Ну, выбирай, Кевин. Мне вот эти пирожные нравятся. Смотри, какие красивые, да, мам? Вот эти? Ну, честно, Кевин, я такие не люблю. Ну, если ты очень хочешь, давай возьмем. Да, кажется, нам придется за тортом ехать в другой магазин. Давай посмотрим что-нибудь еще около кассы и пойдем к дому. Мам, смотри, прям тебе на день рождения открытка. Так, а что тут написано? Тынц-тынц-тынц, котик нарисован. Ну да, действительно. Ну, Кевин, зачем мне открытка? Мам, смотри, какие пузыри. Вот эти хочу, вот эти. Кевин, ты что? Так нельзя себя вести. Ты думаешь, это пузыри? О, да, кажется, они огромные. Хм. А смотри, какая кукла Барби тут лежит. Мам, ну я пузыри вот эти, пузыри хочу. Ладно, Кевин, какие? Желтые или розовые? Эти? Да, мам. Все, берем. Пошли. Я сам пойду, и шапку можно уже снять. Какая погода замечательная. Я так люблю снег. Можешь открыть дверь, пожалуйста? Где тут у нас домофон прикладывается? Кевин, чуть-чуть повыше, смотри. Вот же он, хочешь сам нажать? Иди ко мне скорее, а то тебя дверкой могут ударить. Давай, нажимай лапками. Так-ка. А как нашу квартиру нажать, если 11 этаж? Кевин, надо нажать 1, 2. 3. И квартира откроется. Мне сказали, что этот лифт плохо работает. Пойдем на другой. Этот плохо работает? Хм, очень странно. Ну, пойдем на другой. Да, главное не застрять в твой день рождения. Да, Кевин, это не хотелось бы. Нажимай. Пип. Так. 11. Он странно едет, дёрганно. Да, я тоже заметил, мам. Главное добраться. Ну да, мы уже почти приехали. Что такое? Кевин! Мам, что это? Турбулентность? Кевин, не знаю, какая турбулентность может быть в лифте. Очень подозрительно. И чего? Почему двери не открываются? Шум какой-то.
застряли, мам? Да. Похоже, мы застряли. Нажимаем колокольчик. По идее, должен ответить оператор. Мам, что делать? Мы застряли навсегда в лифте. Да, Кевин, походу, мы застряли навсегда в лифте. Я расстроена. Давай попробуем нажать другой этаж. Почему ничего не нажимается? Кнопки же должны гореть. Опа. Смотри, Кевин, мы поехали. Да, мам, по крайней мере, с шестого не так высоко падать. О, кажется, мы приехали, Кевин. Почему двери не открылись, мам? Кевин, я не знаю. Подожди-ка. Мне надо проверить, есть ли связь. Блин, я не взяла свой телефон. Кажется, теперь нам никто не поможет. О, там есть камера. И что делать? Какие-то звуки. Да, Кевин, делать здесь определенно нечего. Самое главное, что помощи ждать не от кого. Ну, будем ждать, пока нас кто-нибудь вызовет. Давай распакуем адвент-календарь. Я никогда не распаковывала календарь. Ничего себе, какой прикольный олень нам достался. Так, сейчас я это уберу. Кева, смотри, давай начнем с 1 декабря, ведь сегодня мой день рождения. Ой, это что, конфетка? Так, теперь 8 декабря. В смысле, они что, все одинаковые? Ну, это дурацкий адвент-календарь с одинаковыми конфетами, Кевин. А что там у тебя еще есть, мам? Что ты еще брала? Еще я брала пирожные. Хочешь пирожные, Кевин? Из-за того, что лифт трясся, вот что с ними произошло. Будешь пробовать? Ты их очень хотел. Давай, мам. На, Кев, держи, кивусь. Ой, это вкусно, мам. Они прямо со сливками. Да, вижу, у тебя тоже нет настроения кушать. Ой, зверомама, а чего вы тут сидите-то? Я за конфетами шел твоими. Зверопапа, да ты нас спас! Зверопапа, с лифтом что-то не то. Мы застряли и не могли выбраться. Мы просидели там целый час как минимум. В мой день рождения застряли в лифте. Ну, зато прикольное какое воспоминание будет застрять в лифте в день рождения. Фу, зверопапа, я уже стрессанула. Пойдемте лучше на улицу в снег поиграем. Можно мне по снегу походить? Давай, Кевин, но ты учти, что он ледяной. Смотри, мамочка, это мои следы. Я их оставил. Какие красивые. Ты куда пошел, Кев? Ой, мам, помнишь, мы в лесу снимали в том году видео очень прикольное? Пол — это лава. Помню, Кевин, только давай все-таки в шапочку наденем. Но мне не холодно, мам. На улице плюс. Ну и что, Кевин? Надо тепло одеваться зимой. Кева, а сейчас я тебя обстреляю снежками. Та-дам! Какие прикольные, мам. Ну что, пойдем праздновать твой ДР? Папа, что-то я замерз. Бери меня на ручки. Пойдем. Иди ко мне скорее, Кевин, я тебя погрею. Ну, что-то холодно все-таки, да, пап? Ну да, сегодня прохладно. Нет, просто такое ощущение, что зима началась. А 1 декабря это зима или весна еще? Кевин, это уже зима. Причем так прикольно совпало, что снег пошел именно 1 декабря. Да, папочка, ну все, пошли домой праздновать день рождения мамы.